Здравствуйте, меня зовут Гвоздева Анастасия Валерьевна, я врач-дерматовенеролог и косметолог. Хорошо известно, что чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Что в весенне-летний период времени, когда начинается активное цветение, обостряются хронические кожно-аллергические заболевания, такие как атопический дерматит, экзема, аллергический контактный дерматит. Данные заболевания имеют различные клинические проявления и нередко требуют консультации врача и назначения соответствующего лечения. Существует мнение, что специфическим косметическим уходом стоит пренебречь, дабы еще сильнее не ухудшить состояние кожи. Но это мнение ошибочно. В основе любого аллергодерматоза лежит процесс нарушения целостности кожного барьера. Связи между клетками становятся слабыми. Увеличивается трансэпидермальная потеря воды. Нарушается процесс кератинизации, то есть отмирание и слущивание клеток эпидермиса. Развивается шелушение. Когда мы говорим о аллергичной коже, то прежде всего имеем в виду ее чувствительность, склонность к покраснению, к зуду, к чувствам покалывания, стянутости после умывания. Уход за атопичной кожей должен быть прежде всего направлен на восстановление ее барьерных свойств, снижение чувствительности и нивелирование неприятных ощущений. Хочется обозначить несколько правил этого ухода. Прежде всего, предпочтение стоит отдать средствам с минимальным ингредиентным составом, без агрессивных компонентов, такие как кислоты, высококонцентрированные витамины, парабены. Чем меньше компонентов в составе средства, тем меньше вероятность вызвать аллергическую реакцию. По мере восстановления кожи можно начать использовать новые средства ухода, но обязательно предварительно протестировав их на внутренней поверхности предплечья. Нанести небольшую каплю средства и оценить реакцию кожи через 1 час и через сутки. При отсутствии аллергической реакции средство можно продолжать использовать в дальнейшем. Для умывания следует использовать теплую воду, исключив негативное воздействие слишком холодной или горячей воды. В качестве очищающего средства предпочтение стоит отдать гелевой или муссовой текстуре, который не повреждает водно-липидный баланс кожи. Так, очищающий мусс с алоэ вера имеет в составе мягкий ПАВ, не раздражающий кожу. А за счет содержания депантенола и сока алоэ вера обладает успокаивающим и иммуностимулирующим действием. После умывания рекомендуется протереть кожу насухо одноразовым бумажным полотенцем. Еще раз подчеркну, что атопичная кожа очень склонна к возникновению вторичных инфекций. В период повышенной чувствительности кожи важно уделять особое внимание состоянию ее микробиома, который является важным защитным фактором. Конечно же, причина атопии – контакт с аллергеном, но при нарушении кожной микрофлоры повышается ее уязвимость. Средство с про- и пребиотическим компонентом PrebioSkin восстанавливает баланс кожной микрофлоры и препятствует развитию патогенных микроорганизмов. В качестве ежедневного крема стоит отдать предпочтение средству с мягкой, некомедогенной текстурой. Так, увлажняющий крем из линейки Hydratation содержит в своем составе гиалуроновую кислоту, сок алоэ вера и депантенол, которые обеспечивают длительное пролонгированное увлажнение. Также средство имеет в своем составе UF-фильтры, что очень важно в период активного солнца, ведь под влиянием ультрафиолета повышается кожная чувствительность. Альтернативным средством ухода в случае сильно пересушенной, раздраженной, склонным к шелушению кожи, является безводный гель Ceramid Skin Saver. Биоцерамидный комплекс и антиоксиданты обеспечивают мгновенное питание, смягчение и увлажнение кожи. Гель обеспечивает хорошую защиту от агрессивных факторов внешней среды. Подходит для ухода за кожей вокруг глаз и вокруг рта, что особенно актуально для лиц с атопическим дерматитом. Средство также может использоваться неограниченное количество раз в течение дня. Еще раз хочется подчеркнуть, что каждое новое средство ухода для лиц с атопической кожей должно вводиться постепенно и по одному, так как аллергическая реакция имеет накопительный характер, а кожная проба показательна только для разовой порции продукта. Также пометка гипоаллергенна на средстве не гарантирует 100% защиту от возникновения аллергических реакций. Правильно подобранный уход для аллергической, склонной к чувствительности кожи, отлично дополнит медикаментозное лечение, усилив их эффект и препятствуя ухудшению процесса.